буду. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, вы вообще здесь? Это разве так встречает Blessed Sax Power? Это я понимаю по-нашему. Что ли? Ты будешь справа? Дорогие друзья, давайте знакомиться. Кто знал? Когда знакомы, это хорошо. Когда знакомимся, это тоже хорошо. Вас мы знаем, девчонки. Вместе мы сила. Тимочка, представляй. Красиво, когда мужским баритоном. На саксофоне сегодня играет Анна Королева, друзья, Анна Королева. На клавишах и Родосе играет Дмитрий Илутин. На бас-гитаре сегодня Петр Дольский, друзья, Петр Дольский. На барабанах Давид Сагаманянц. Давид Сагаманянц. Больше всех фанатов. Каждый вечер. Меня зовут Тимофей Хазанов. Спасибо. У меня тоже есть немножко фанатов в зале. Мы будем играть сегодня авторскую программу, как и всегда, которую написала Анна Королева. Вся музыка написана ею, а играть будем мы. Наша программа называется Black Sax Power, посвящена выпуску саксофона марки Black Sax Exclusive. Вот, но они в пути еще. Поэтому сегодня мы будем играть. У меня только Black Sax. Вот. И первую композицию, которую мы сыграем, называется Congratulations. Это как раз когда год назад Тиму хотелось просто поздравить с тем, что наши ребята могут выпускать саксофон мирового уровня. Давайте поаплодируем. Я не перестаю испытывать искреннюю, не рекламную радость, не корыстную от этого факта. Дорогие друзья, сегодня у меня миссия выполнить волшебное обещание. Пока не скажу, но они здесь. Вот, и я волнуюсь, очень их люблю, пока молчу. Поздравляем Тиму с выпуском Black Sax, да? Congratulations. Ты встанешь сюда к меня слева? Понимаете, это выглядит это слева, да? Так. Больше по нотам играть не буду, только два раза. Да, вот свои не помню.
посвящен любви, он во имя любви, во имя семьи. И конкретно я прошу вас всех, и ребят на сцене, надеюсь, все меня поддержат, я прошу вас всех поздравить близких мне людей. Это вот Георгий и Татьяна, они недавно поженились. Давайте их похлопаем так, чтобы вот они на долгие годы до конца счастья и радости. Ребят, мы вам посылаем своей музыкой самое лучшее, что можем послать. И сейчас песня будет, соло-песня. Наконец-то будет соло Тима Хаза. Не смотрит, наверное. Она называется «You Will Fly With Me». Oh,
вторая открытка, открытка уже в адрес любимых дорогих молодоженов. А сейчас как инструментальная вещь, и она называется кубик Рубик. Вот. Почему? Потому что форма напоминает именно кубик Рубик. Так получилось. Thank you.
Thank you.
Вероника Серебренникова, ну я ей подпою чуть-чуть. Прошу аплодисменты, встречайте. Мы сейчас, да, мы споем песню. Дорогие, как вы там? Гош, Таня, вы там, вы принимаете наши открытки? Где ваши аплодисменты во имя любви? Почему все сидите? Просыпайтесь, как положено, поздравляйте. Это да, это правильно. Очень красивая песня. Она называется «Sometime it hurts like hell». Ну, можем вам пожелать, чтобы всегда-всегда любовь была у вас счастливая. Чтобы вы не расстраивались, чтобы у вас было, чтобы она вас поддерживала, чтобы давала вам крылышки. Вот. А все, что грустно, мы сейчас в песню заберем, и у вас грусти никогда не будет. Никогда не будет. Мы сейчас заберем в песенку. Да? Thank you.
Thank you.
you're very funny. You make happy night, yeah. Подольше растянуть этот момент. Ну что же, мы продолжаем наш концерт. И, как и обещали вам, может быть, кто помнит, это видел, а кто не видел, так я скажу, у нас премьера новой песенки. Вот моя любимица, и сейчас мы споем песню, которая называется «Your Smile». Где там мои красавчики, мои дорогие молодожены? Не забывайте, что мы эти все открытки в вашу честь, да? Что все для вас. Давайте еще раз поаплодируем, это Black Sax! Baby, come to me.
состоялась премьера песни. Почему? Все трое. Вот. А теперь тоже, ну, почти премьера. Она называется What Can Be Said Over Love. Ну, что может быть круче, видно, шутим. Pretty sister. Что может быть класснее? Thank you.
Очень приятно чувствовать еще и радость. Подожди еще. Подожди, Иванка, ну подожди, сейчас через это. А у нас есть госпел, ну, Moscow Gospel Team, одно название, о чем говорит? Тим Хазанов. На Moscow Gospel Team Хазанов. Хазанов Тим Госпел Moscow. Moscow Gospel Team Хазанов. Ну, поддержите, блин. Вот ты вот хлопал, ты и начинай. Тоже мне. I'm people.
Что вы хотите? Да, Господи, горячая музыка. Дорогие друзья, вы здесь вообще? Нет, я не понимаю, здесь вы или нет. Так, вы горячий российский народ. Так, вы болеете за нашу Марию? Я не слышу! Thank you.
Алексей Артемов! Воплощение фанка алгоритма! Е-е-е-е! Тим Казанов! Петр Донский, бейсмен! Давид Сагаманян! Вероника Серебренко! Она там вот звуки убегает. Анна Королева! Анна Королева. Анечка, ну что вам, не пищи? Спасибо большое. Поаплодируйте опять во имя вот этой красотки и ее нового мужа. Дорогие друзья, во имя любви всегда будет классная музыка. Скажи, пожалуйста. Анна Королева, друзья, Анна Королева написала всю музыку, которую мы сегодня играли. Наши друзья-музыканты — это Дмитрий Лугдин, клавиши Дмитрий Лугдин, Петр Дольский, бас-гитара Петр Дольский, на барабанах сегодня Давид Сагаманян с барабанами Gospel Team. Gospel Team, Орел, следите за афишами, дорогие друзья. Ну что же, счастья вам, здоровья. Спасибо, что приехали. Все, пока.